Доброе утро, мои дорогие. Доброе воскресное утро. На улице тепло. Идет снежочек такой маленький. Мои все уехали на дом, а меня вот эту сопливую оставили дома. Но я сейчас не знаю, хочу дойти до парикмахерской, никак не дойду. Не знаю, в воскресенье-то у меня телефона нет. Позвонить, может, у них там народу много. Ну, сейчас схожу. Вот. А мне Витя прислал фотографии. Маська мой просто вот прям отец родной стал котятам, сфинксом. Вот сейчас опять его привезут ко мне, он начнет хулиганить от скуки. Ну ладно, осталось мне чуть-чуть в Мурманске быть. И полечу. Но, опять, без сюрпризов я не могу. 5 марта будет 3 года моему каналу. Сережа звонил, Маринин муж. Везет мамочку Верочку в Москву на лечение. Не успела и спросить, чего и как. Потом приедет, перезвонит мне. Так вот, будет 3 года моему каналу. Да не моему, а нашему с Алинкой каналу. Вот, и я постараюсь вас удивить чем-нибудь. Что-нибудь новенькое вам показать. Так что вот такие вот дела. Вот. А Маську сейчас я вам покажу с котятами. Сегодня последний день зимы, мои дорогие. Что, лапуськи, я говорила вам, что скоро весна? Это видео выйдет завтра, и я вас поздравляю с тем, что все-таки пришла весна. Приятно, очень приятно. Так, парикмахерскую я не пошла. Нет налички у меня, а все разъехались. Так что завтра, наверное, схожу. Я не знаю, можно у них там по карте, нет. Вот она только открылась, это парикмахерская, да и так она такая. Не очень, скажем так, прям парикмахерская, расшикарная. Ладно, завтра схожу, сейчас вот пока приберусь, у меня тут вон завалы. Ну, это завалы. Собирались, уезжали. Вот, сейчас разберусь пока. Ой, надо выздоравливать. Мне ведь улетать, а? А я вся... Саша, говорю, развалилась бабушка. Говорит, развалилась. Развалилась, посыпалась. Ну, ничего. Все будет хорошо. Ну, что, вкусно? Да, это... А? Вкусно. Вкусно? Нагулялся, приехал спать. Прям вот на тебя смотришь, и правда вкусно, да? Да. Вот вышел на улицу. Тает, прям плюсовая температура. Ой, сейчас читала комментарии к видео, как мы к Алинке ездили. Ну, хоть кто-то найдется, такое напишут. Спасибо девочкам моим. Они там за меня объясняют. А я уже устала. Уже сколько раз говорила, почему да как.
Вот мои хорошие, иной раз почему и не хочется что-то про себя рассказывать, потому что потом или перевернут, или, блин, так в душу нагадят, что все желание пропадает. Но у меня есть вы, которые за меня всегда заступаются. Спасибо вам огромное, мои хорошие. Потому что одной, конечно, с этим делом не справиться. Это хорошо блогерам, у которых там огромное количество подписчиков. И у них есть... Не сами они, конечно. У них есть люди специальные, команды целые, которые, ну, там, монтируют видео, да, операторы снимают, люди, которые редактируют все, которые отвечают на комментарии. Сами блогеры с огромным количеством просмотров не отвечают, конечно, на комментарии. Вот. Ой, господи. Человечек вышел он. Маленький. Вот. А так этот... Да. Спасибо еще раз вам, мои золотые. Да ладно. Я покурить вышла на улицу. Все, последний день зимы. Даже Мурманск среагировал на это. Ой, тут еще будет и в мае снег идти. Но все равно весна. Ну, он даже прям запах другой совсем. Я просто не знаю, чем еще. Спасаем Костины ботинки. Как-то проник кот в гараж и нассал. Представляете, соседский кот. Воняет, вот пока свежая. Злой кот. Ну что, он правильно, он пометил, пришел, скажет, как здорово. Хороший гараж, там тепло. Я думаю, что мы его закрыли, наверное, вчера. Я сегодня окно раскрыл там, окно, дверь раскрыл. И это, как его чистил снег, и он, наверное, свалил. Я думаю, что он ночью там сидел. Он лазит постоянно, без спроса. Везде. Путешественник. Ну как, я не знаю, уже все, второй раз, что. Не пахнет ничего. Как-то так. Типа намылил, да? Наверное, пахнет порошком. Ну вот высохнет, будет видно. Все, ну, суем все туда, пускай его в... Вот коты, а? У себя бы гадил. Три, четыре, раз, два, три, четыре, вот. Что, не получилось разрезать? Да? Режь. Пытается. Вот так. Вот так. Ну чего, был рисунок целый. А теперь что получилось? Это получилось. Два кусочка, да? Да. Разрушитель. Все разрушает. А кто же должен за тебя выбрасывать мусор этот, а? Прошу, иди, папа нашел тебе шоколад. Смотри, какая красивая. А что это? Открываешь. Покажи мне. Покажи, какая шоколадка. Ну, ты вот сюда вот. А ты безобразник. Ты безобразник? Ну, бумагу-то уберешь за собой, Саш? А, Саш? Бумагу-то уберешь, которую порвал? А? Уберешь? Нет. Нет. Вот так вот. Коротко и ясно. Парень решил померить температуру. Сидит вот. Сидишь? Да, без трусов. А я не снимаю, что он без трусов.
Он у нас любитель голышом полазить, да? А что это у тебя рот-то в чем? В шоколаде? Да. Так надо умыться. Да? Да. Нет, что, не пищит или пищит? Пищит. Пищит? Ну, сейчас посмотрим. Пи-пи-пи-пи. Хорошая температура. 36,2. Здоров. Ой. Ой, че вы? Ну, он пищит. Не, ну, он не пищит, уже померил же. Так, у нас брат из гостей пришел. Вот теперь тянут, потянут, вытянуть не могут. Саша, пылесос. Где же вы были с утра? А он довольный, Гриш пришел. Все, сдавайся. Счастлив, ребенок. Сдавайся. Сдавайся, да. Сбегают. Бунтуют. Слабонервных просьба удалиться. Посмотрите, что он делает. Я боюсь. Нет, он не бойся. Ногти, которыми стригут, он ему волосы отцу на руке. Не бойся, папа. Не бойся, папа. Нет. Больно. Больно, да. Страшно. Страшно. Не больно, папа, страшно. Тебе самому страшно, да? Я резаю. Резаешь? Давай. Не бойся. Не бойся, хорошо, не буду бояться. Не страшно. Страшно, очень страшно. Не страшно. Очень страшно. Вот вы представляете, его можно целый день снимать. Ему можно все. Он что хочет, то и творит. Я волосики твои. Волосики, давай твои ногти лучше стричь, Саш. А где сожжены волосики? У тебя огромные. У тебя волосиков нет еще. Вот те, ногти вот у тебя большие. Волосики. Не-не-не-не-не-не-не, не надо. Зато ногти у тебя большие. Давай ногти твои отстригать. Нет. Ой, артист. Не бойся, папа. Не бойся, папа. Нет, зачем? Он же тебе, ты потом уже говоришь, что это ты волосы отращиваешь. И он не отрежет. Он же не может отрезать. Или он отрезает. Во-во-во, без глаз оставишь отца. Да и себя еще отца. Не бойся, папа. Не бойся, папа, не бойся. Чего? Стрижет, конечно. Он у тебя уже на бровях. На бровях волосы. Конечно, не может. Вот. Саша, ты что делаешь? Хватит, хватит меня стричь. Реально волосы. Он отстригнет.